обожают подарки. Готовы ли они постараться, чтобы получить желанную игрушку? Мы решили провести забавный эксперимент и пригласили случайных родителей поучаствовать в нем. В домах наших героев мы установили скрытые камеры, которые помогут узнать всю правду. Ребенок в течение одного часа должен преодолеть искушение и не заглянуть в заветный пакет с подарком. Час? Да. Будешь сидеть, заниматься своим делом? Целый час нельзя открывать подарок, и тогда он будет твой. Пока. Не выдержала. Большинство детей не справились с заданием, но мы все равно наградили их за старание. Ты открывала пакет? Нет. Давай смотреть. Хэмлис. Невозможно устоять.